Погода сейчас, конечно, не способствует дорожным работам, поэтому пока администрация Хостинского района показывает, где дороги уже благоустроены. Это улица Мацесинская, поворот к поликлинике от отдела полиции. Ранее маршрутные автобусы отказывались даже наверх подниматься. Такие ямы и такие выбоины были по дороге. На сегодняшний момент, как вы видите, установлен бордюрный камень новый. Хорошо заасфальтирована дорога, устроены ливневые стоки. Все как положено по технологии. Кроме всего прочего, здесь очень старые деревья и уже нависали над дорогой. Они тоже были спилены. Аварийные деревья спиливают, другие кронируют. Так в Хостинском районе реализуется программа «Малых дел». Тема дорог, конечно, остается самой актуальной на сегодня. В прошлом году капитально отремонтировано 173,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна. В краевую программу «Дорожная деятельность» попала и улица Глазунова. Это в самом поселке Хоста. Здесь также новые бордюры и полностью обновленное дорожное покрытие. Обращались в Хостинскую администрацию. Хостинская администрация нас услышала. Теперь у нас очень хорошая дорога, вот по которой можно ездить, потому что тут было невозможно ездить. Вот сейчас все хорошо, жители Глазунова все довольны. 48 улиц и переулков района выглядят теперь совсем по-другому. Как и новые территории, которые раньше зарастали бурьяном, едва можно узнать. Продолжается благоустройство в районе Яна Фабрициуса. Открытый к фестивалю молодежи и студентов сквер расширяется. Он получил продолжение ручья Малый. Здесь также проложены дорожки, их замостили брусчаткой. Появились дополнительные прогулочные зоны с местами для отдыха. Обустроены два прохода от сквера к остановке Фабрициуса. Восстановили освещение. Все зеленые насаждения приведены в порядок, но озеленение получит свое дальнейшее продолжение. Здесь будет еще газоны, цветы высажены, кронирование сделали деревьев, обрезку кустарников. Надеюсь, что по весне здесь будет очень красиво. В Сочи в разных районах курорта в прошлом году было благоустроено и открыто 4 новых места отдыха. Это новые парки и скверы. В этом году для горожан и гостей курорта запланировано обустроить как минимум еще 4 зеленых зоны, где именно могут решить сами жители, поучаствовав в программе «Комфортная среда». Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.